Добрый день, меня зовут Слава Осипенок. Поближе микрофон. Микрофон поближе. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Слава Осипенок. Я являюсь основателем первой открытой блокчейн-платформы для грузоперевозок. Клиент крупной экспедиторской компании, в которой я работал руководителем отдела развития и продаж, однажды предложил мне перезаключить с ним договор. Он предложил снизить ставки на стоимость перевозки его грузов в 2 раза. Так как у него есть аналогичное предложение от конкурентов. И мы потратили 5 дней, чтобы прийти к обоюдовыгодному соглашению, и еще 5 дней, чтобы согласовать новый договор. Грузоперевозки крайне фрагментированная и раздробленная отрасль. И заметная ее часть попросту неэффективная и медленная. Поэтому именно сейчас есть отличная возможность изобрести этот бизнес заново. Кваза предлагает новую модель организации грузоперевозок в функциональности одного приложения, используя технологии блокчейн и смарт-контрактов, чтобы устранить проблемы доверия, информационные барьеры и судебные издержки. Кваза была создана с целью решения самых больших проблем, которые существуют на рынке логистики в глобальной торговле, которые, извините, соответственно, наше решение требует очень сложной технологии блокчейна, но наше видение довольно простое. Представьте себе полностью интегрированную систему по всей цепочке поставок, которая объединена в децентрализованные приложения. И, значит, теперь представьте, что вся система объединена в децентрализованные и прозрачные смарт-контракты. Это кваза будущее управления цепочками поставок. Кваза стремится исправить неэффективность в отрасли логистики стоимостью 15 триллионов долларов США. В то же время у нашего проекта есть отличные шансы достичь 1-2% от всего транспортного рынка логистики. Наша компания не будет насильно унифицировать все процессы в существующих и успешно работающих компаниях. Она просто будет постепенно заменять эти процессы на блокчейн или незаметно для пользователей заменять эти процессы на блокчейн. Бизнес-модель нашей компании основана на нескольких поступлениях, на нескольких источниках. Соответственно, комиссионные от любой финансовой транзакции на платформе, комиссионные от провайдеров услуг, а также подписка или SaaS-доступ грузоперевозчиков. Это наши конкуренты, но это не конкуренты, а партнеры, про которых я сказал, что мы можем заменять бизнес-процессы на блокчейн. Почему выбирают нашу компанию? Потому что у нас очень сильная команда. Члены нашей компании реализовали ряд крупных проектов для многих логистических и транспортных компаний. Мы, что представляет наш проект, в отличие от всех других проектов, которые существуют на рынке, мы выложили в открытый доступ уже блокчейн-приложение Кваза, которое вы можете протестировать как со стороны грузоперевозчика, так и со стороны грузовладельца. Мы ищем финансирование в размере 600 тысяч долларов и предлагаем 10% со 2 года эксплуатации на 48 месяцев. Спасибо за внимание, всего хорошего. Слайд с контактами. Да, вот он. Спасибо тебе большое. Спасибо.